Всем доброго времени суток, это Серега ТР, и это Forza Horizon 5, режим вышивала. Тут я не стартанулся. Сегодня попробуем что-нибудь набезобразничать интересного. Ну, как всегда, по системе 2 плюс 1, или 2 минус 1, вернее, даже. Смотрим, как это выйдет. А, нашлось, отлично. Это, эти игроки пропали, а сессия не нашлась. Подстава. Так, намат, отлично. Намат нам подходит. Так. Ну вот это прекрасно. Это где человек, блин, опять мало. Дядь, ну ты куда? Поехали, покатаемся. Ух ты, бля, прикольно. Ну, допустим. О, там тоже дроп был. Посмотрим, что там было хоть. Вышел? Или врезался? Вышел. Отлично. Так, спа процедуры. Александр, привет. А, я так полежу. Мне и так нормально, ребят. О, бля. Да, блядь. О. Куда, назад, что ли? Ух ты, блядь, натуре назад. Ты поедешь, что ли? Чувак, извини, реально, я не специально. Ты сам меня вызвал. Ох ты, все в гору. А, не в гору. Обманул. Напряг ситуацию скорее. А, ну или в город, ну в город, да. Жук, извини. Извини, good luck тебе, блин, пожелаю. На следующей сессии. А, на Мазарате центре, интересно, что. Жук, блин, куда я еду? Даже этот не видно его.
Ой-ой. Ой-ой, заносит. Нормально, пойдет. Все что угодно, только не протрак. Не люблю протрак. Спасибо, красотку дали. Так, что на Мазерате в центре? Мазерате, ну бля, хуй тут может быть еще. Бля, ну куда я? А, гонки здесь куда-то ведут туда. Подозрительно все это. Диберти тут еще лежит, например. Сюда поедем, что поищем. Давай, поиграемся. Переедешь на мою сторону? Или не хочешь? Может, все-таки давай? По дороге поехал. Посмотрим, кто был прав. Мне кажется, не он точно. Совсем чуть-чуть не хватило. Видео, блять. Камера. Я всегда сам выберу. Ёбаный рот. Что забыл-то? Самоубийца, блядь. Если вы думаете, что я еду неправильно, вы ошибаетесь. Тут лоханулся чуть-чуть. Блять. Чуть дальше правее было. Жук почти догнал меня. Гудлак, удачи. Зигзаг, удачи. Гудлак, удачи. Дефлайер. Хорошая машина. На начале игры. Руки ультра. Пойдет. Это балалайка мне пойдет. Так, а у нас чел вообще по зоне, блядь. Ой, блядь.
О, блядь, охуенный переворот. Больше такого не хочу. Чувак, чуть-чуть не туда поехал. Ну как чуть-чуть, совсем не туда. Оба еще догоняют, смотрите. Ха-ха, я что, в одну ловушку попал. Тут нельзя прыгать. Ни в коем разе срезать нельзя. Нельзя. Ну что, я так полечу, да? Почти чувак выиграл там. Воронкову. Еще один бронко. Воронко, воронко. Теперь боевая, боевая гонка, вот сюда же бы, чтобы по распиздяйски проехал. Теперь по боевому едем. Так, 4 человека осталось. Так, стоп, появлять. Стоп, появля. Так, короче, вот тут срезать нельзя. Тут нужно только вот так вот ехать. Есть. Чего дали ему? Расрыкши? Блин, показался. Кубарем покатюсь, блин. 2, 3. Поехали. Разворачивайся в другую сторону уже. Не знает про это. И слава богу. Отлично. Угу, я понял.
Так, сейчас слушаю, смотрю. Вы поехали так, блин? Какая разница, выиграю, не выиграю. Чего так вот проехать? Там брэки меня в последнее время подводят. Особенно на стриме. Будем безобразничать до конца, бля. Очуметь, бля. Ну, прям для этого его здесь и поставили, бля. Я в него врезался. Отлично. Первые 42. Погнали дальше. 7 выбитых. М3-2005. Отлично. Так. На место. Так, опять я прав в телефоне просидел. Исходно не выехал. Так. Составим. Так, у нас Ауди. Угу. Ауди, Ауди. Так, а там что-то есть, да? Так, тут стартую. Или мне показалось, или там что-то есть? Так, пока сдалось, походу, да? Да. О, блин, тут прямо еще есть что-то. Мини-баги. Второй уровень. Так, тут что? Пока ничего. А, что-то есть. Вот это берем обязательно. Там два. Так, ладно. Велосипед взял, что ли? Поехал в другую сторону. Ну ладно. Вот там даже три дропа. Валдая. Только дропа проехал. Мимо, бля. Вольвы, Пежо. И прочее. Жо. Ёк, макарёк, а. А так красиво начиналось, да? Обида, обидная в итоге получилась. Так, тут что, на Мазерати? На Мазерати нихуя ничего нет. Блин, главное, выбито никого, блядь. У всех какие-то эти малявки. Пятый уровень появился только. Че, куда? А, здесь.
Хватрики, я помню. Пинхау. Опа, стопы. Давно я тут ничего хорошего не находил. Да ебать, да ладно. Только сказал, не находил и нашел. Да. Ебать, вот это забавный случай. Лежит тихонечко там, бля. Не отсвечивай даже. Э, блядь, че мешаешь ехать? У тебя помех справа, бля. А, это у меня помех справа. Ну, извини, чувак. Ракета, блядь. Выходи. Кому и кабаяша. Ух ты, блядь. Не выходи, чувак, не выходи, не выходи, пожалуйста. Ты нужен этой стране. Епи. Жука на жуке выиграет, но это пиздец, конечно. Бля, врезался ко мне. Извини. Условно говно, конечно. Хотя... Если вот это, то может быть и не говно. Если успевать всех вовремя убивать. Больших. О, дроп пришел. Ай, бля, нет, только не давайте, пожалуйста. Да ладно, ты кто? Это Велосер, что? А, Субару. Валипенд. Валипендель. Вышел, отлично. Ты сам, как говоришь, младший? Это тело поедет до конца, походу, бля. Не знаю зачем, но он поедет, походу. Блядь, неужели гора? Это аж тормозить приходится, бля. Чтобы не улететь. Best boy. Да, чувак вообще вниз поехал. Но не туда, чувак, оказывается.
Ну, в принципе, только по горам, как, блядь. По дороге практически еду. Вышел, ну дай бог. Да, к тебе не сюда, по-любому. Блин, скользит вообще пипец, конечно. Надо быстрее разогнаться. За угол посмотреть, кто там. Давай, наберешь. Что это был трак, охуеть. Скудерия. А, это Скудерия был. Так, ну где все, блядь, ё-моё. Вообще не в, не в гонке, блядь. А, он едет туда. Отлично. Давай, наберешь. Так, стой, блядь. Хе-хе-хе-хе.
Охуеть, я наколотил, блин. Жалко, да? Так, мы тут два. Стоять, блядь, бояться. Да, три. Поехали боком задом. Да, блядь, да поехали тоже. Да, вот так вот сейчас срежем. На похрен. Он тут попрыгает, блядь. Ну, подвеска-то у него похуже будет, чем у меня. А мы вот с этого вот и в дорогу. Смотри, он держится. Хороший. А куда еще не кабли? То есть что-то, блядь, расслабился. Угу. Нет, туда не поеду, извините. Я туда по вашим дорожкам, я, блядь, мышиным трубкам, я не поеду. У меня свои приоритеты есть. Блять, всю хуйню позбивал, блядь, а? А по-другому никак. По-другому никак. Да, сессия охеренная была, конечно. В общем, как-то так, ребята. Так, главная интрига, сколько выбил? Я думал, 11, наверное. Но это следующая сессия. 11. Долго искал, конечно, людей. Пока вот искал, можно было туда наверх съездить за этим, за намадом. Кстати говоря, было бы 12. Но получилось, как получилось. Извиняюсь, конечно, что поднасрал. Это был бы рекорд даже. Так. Так, что тут? Ничего, да? Ладно, давно мы здесь не респавались, давайте здесь респанемся, посмотрим. Ну, девятка найти, это пиздец, конечно. Прям как на стриме у меня было. Ну так, что есть, отлично. А у DS1. Ой, блин, ладно, похуй идет. Так, поехали. Желтая хуйня. Так, там он поехал, я так понимаю, нихера нет, тут смысл туда их нет. Соответственно, поедем к тем дроппикам. Думаю, надеюсь, что никого нет. Чак-чак. Вкусненько.
Так, понятно. Фокус пойдет. Пойдет. Ариша, Ариша. Так. Едем. Сейчас зарешаем. О, блядь, зарешал, блядь. Так, ну в целом тут... А, понял. А, ровно едем. Смотри, второй уровень, блядь, и пятый. Поебать. Едут одинаково. Только сейчас начал... А, хотя не начал, наверное. Он так же и едет, блядь. Смотрите, прыжок, падение. А, странно, просто непологое было место. Километров в час едем. Экзакет, экзакет. Нормально. Вероника, нахуй. Поехать, блядь, куда поехал? Ой, блядь, вот что за нет, блядь. Не, чел, давай, наберешь. Типа буграм там, блядь, какая бы. Ну, блядь, ну выйди, ну пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну тут уже понятно, что. Ну да, через мост надо переехать, блядь, точно. По дороге же трудно ехать. Решил посмотреть, как я далеко уехал. Что пропали все нахуй с экрана. А, ну допустим. Бронка. Какая задняя пизда. Ай-яй-яй. Хвост куда-то. Бега, чуть не сбил меня, бедолага. Как тут кто едет тоже, блять, в эту, блять, в гонке с... А мне сами на зону случайно? Да нет. Суриналия, бля, ну я сейчас просто так езжу, блядь, а. Поехали, поехали за мной. Не хочет за мной ехать почему-то.
А, даже туда. Ну, поехали вот так, наверное, через рогатку выйдем сейчас. Левантик. Ты меня, блядь, догнал, а? Ты, блядь. Почти. Это СРХ, да. Это Субару. Да, блядь, а. Какой-то гейм-муви. Что за гейм-муви? Что за ник такой? Эх ты! Ну это явно не Сюрреналия. Чак-чак, ага. Да, очевидно, блядь.
Так вот он, крыса. Вот он, крыса. Не, он вовсе был. Ёбаный твой рот, а. Бля, ну что у меня постоянно как под него, блядь, попадаю под эту хуйню какую-то, а? Сука! Так, ладно, ребят, на этом завершаем просмотр. Спасибо, что, ну, записали серию. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что, ну, там, что-нибудь делали. Поели. Приятно, наверное, возможно. Вот, ну, на этом все, пожалуй. И до новых встреч. Всем пока.